кризиса 4-летней давности, ну и, конечно, политика властей Москвы, но об этом чуть позже. Долгов больше нет. Федеральная налоговая служба списала с россиян задолженность на общую сумму в 31 миллиард рублей, которая образовалась за последние 10 лет. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин. Больше всего задолженности было списано по транспортному налогу, на долю которого пришлось 62%. Мишустин отметил, что количество споров с налоговыми службами за 2 года уменьшилось, а также из-за этого снизилась втрое нагрузка на судебную систему.